Всем здравствуйте, снова на водоеме. Время 13:32. Пробурил я 10 лунок, которые тут в проходе. Вчера я бурил, сейчас прикормил кашей. В общем, всего 10 лунок у меня на сегодня. Ну и времени у нас сегодня немного. Начинаем проверять самую интересную вчера лунку, которая вчера самая-самая интересная была. Улыбнется нам тут удача или нет сегодня. Сейчас я им там свежей каши-то, конечно, наложу, наверное, они ее едят. Ну, первая поклевочка. Ветер сегодня в другую сторону дует. Надо как-то подгадывать под него. Я думал, вообще клевать сегодня не будет. Либо наоборот, очень-очень попрет. Опять у нас погода меняется. Сегодня пятница. На завтра или на послезавтра минус один. Вчера было, наверное, минус 19 с утра. А сегодня минус 6 или минус 7, что-то около этого. Ветер только сильно дует. Но тут за камышами хорошо. О, такой. Думал, тяжелый. А я уже отвык от путней рыбы. Уже такой, кажется, прямо, как будто там уже килограмм. Тут у меня внутренности животного затоплены. Ну, кстати, я их вижу. Не глубоко они оказались. И там посередине проходит тоже. Но я вчера там рядом-то пробурил и угадал в лабзу. И так я там и не половил. А с этой лунки я тут двух поймал. Может быть, тут и рыба большая есть, огромная. Все, один был, сторож какой-то, сторожил мясо. Мясо где-то вот на такой глубине. Больше не хотят. Очередная лунка. Тут вторая она была по количеству пойманных ротанов вчера. Штук, наверное, 8 тут было поймано. Эх, в лед воткнулся, оторвался. Небольшой ротанчик был. Это не тот. Тот был еще, мне кажется, мельче. Что-то ему плохо.
Не, я говорю, погода меняется. Вон он как себя ведет. Его аж лихорадит. Рыба, рыба, ну ты где? Каши не видать во рту. Вроде бы. Вот, в общем, лунка с хитрой-хитрой прикормкой. Вчера она была не прикормлена у меня. Поймал я 4, по-моему, штук тут. Так что рыба тут была. Проверим сегодня, будет ли хоть одна поклевка тут. То может быть... Я прямо запах чувствую. Может быть, она уже вся на другую плесу бежит, плывет, спасается. Вот, не вся убежала, не вся, это хорошо. Мелкая только. Главное проверить. Нет, покрупнее. Проверить или нет, будет клевать или нет. Ну, клюет, значит, не пугает, возможно, даже собирает. В следующий раз еще, ну, еще не конец рыбалки сегодня, к концу дня посмотрим, что тут получится. Ну и на следующую рыбалку. Будет тут кто не будет. Если получится, или завтра, или послезавтра приеду. Ну, пока отключаюсь. Какое-то затишье в лунках. Опять перекур, наверное, у ротана. Может, хоть здесь будет клевать все-таки. Здесь я 6-го поймал только. 4-й раз уже, наверное, подхожу. Одного поймаю, все, тишина.
с этой лунки вчера одного поймал уже под вечер на балансир. Сегодня два, и как бы мельче, чем вчера, ротан во всех лунках. Большой, наверное, сильнее реагирует на смену погоды, что ли. Значит, надо последующие дни стараться чаще попадать на рыбалку. Он же сейчас тогда, если не активный, голодает, и потом должен захотеть кушать резко. Ну, я так думаю. Ему надо так кушать, одного съел и полнёхоньки. Ну, где вся рыба? Нету рыбы. Ну что, поймал я еще одного в этой лунке. Уже в три раза тут лучше клюет, чем вчера.
Ветер такой, блин, противный, дует. Прямо некуда прятаться. Сменился вроде он опять. До этого я тут за камышом прятался. А сейчас он как-то прям вдоль моего прохода дует, как я рыбу ловлю. Какая-то рыба крупная, наверное. Даже не ощущается. Как будто вообще никого. Ну вот, прошла, в общем, все-таки поклевка. И достал я его. Причем достал, так и не проткнул, не хватило. Ротан небольшой. Грамм, наверное, этот, я думаю, 400 весит, тяжеленький, толстенький. Может быть, там такой же сидит. Вот, поймал. Вот такого. Меряем. Меряем. Он тоже в районе 350-400 грамм. Хотел уже уходить. Какая-то тишина в этой лунке. Думаю, всех поймал. А он раз и клюнул. Ну что, приехал я с рыбалки, сел, у меня там, в общем, камера. Пакет у меня не выдержал рыбы, порвался. Вот такой мой улов вышел. 45 штук. Сейчас мы взвешиваем вот этот, наверное, самый крупный. Вот несколько штук таких неплохих. Вот этот самый крупный. Видно, не видно, 465 грамм.
Вот этот, наверное, второй по величине. Сейчас мы его завзвешаем. Все, ноль. 425. Ну и там меньше. Сейчас весь еще улов взвешиваем. Вот столько вот самых таких неплохих из 45 штук. Рыбалка, я сегодня был доволен. Видно, не видно, не знаю, куда камера-то у меня снимает. Ну, давай. 6 885.